Всем привет! Обычно я делаю видео о жизни пацанок 5 сезона после проекта за какой-то период. Так вот, за последнюю неделю многие пацанки в чем-то преуспели. Поэтому в этом видео исключительно об успехах. Например, Вера Дубанова заняла 2-е место по спуску на коньках. Между прочим, это был этап чемпионата мира. Вера долго шла к этой цели, и наконец-то у нее получилось. Ника Жукова или Николаева прошла курс, получила сертификат. Девушка впервые в жизни определила для себя цели. Список большой, озвучу топ-3. Записать трек, снять клип. Быть заботливой женой и хозяйкой. Заботиться о своем теле. Настя Петрова, как вы, наверное, уже знаете, попала на шоу «Последний герой». Там Настя вступит в игру в середине проекта и поменяет ход игры. 5 участниц из «Пацанки Хаус» выступили на концерте с Анет Сай. Это Тина, Катя, Наташа, Ксюша и Костя. Почему среди этой компании не было Насти Петровой? Понятно, она уехала на «Последнего героя». А вот почему не было Беллы? Вопрос. Кто знает почему, можете написать в комментариях. На этой неделе вышла песня пацанок из комментариев их подписчиков. Наталья Стрельникова на этой неделе тоже написала план на год. Вполне осуществимый. Перевести дочку к себе. Родить здорового малыша. Впервые за 29 лет съездить на море. Конечно, с мужем и детьми. Хочет выпустить сборник стихов. Лика Лужанская, как и Наталья Гончарова, выпустили по треку. Ну, а на этом, к сожалению, все. Подписывайтесь на канал. До скорого.